Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi Note 11S заблокировать номер. Для начала открываем приложение телефона, тыкаем здесь, переходим в настройки и затем в заблокированные номера. Нажимаем добавить номер, здесь вписываем вручную номер, который нам докучает. Нажимаем заблокировать, и больше данный абонент нам никогда не дозвонится. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.